Скажите нам, пожалуйста, какие у вас планы на осень? Учиться. Прогуливать. Че еще? Учиться и работать. И работать. Еще нигде. А у вас какие планы? У меня никаких планов. Заработать побольше денег. Собственно, сюда и приехал для этого. Планы громоздкие, но даже не могу сказать. Ну так, может, планируете куда-то поехать или чем-то? Да некуда ехать, пенсия маленькая. Ну, не знаю, огурцы солить, грибы собирать. А, ну это другое дело. Огурцы тут и картошку выкупить надо, да. Отдыхать, работать, веселиться. Какие у вас планы на осень? На осень? Ну, в принципе, на садик, в садик ходим. Заниматься будем, учиться подготовкой в школе. Мы собираемся в 6 лет идти вот, в первый класс. Будем готовиться. Вот ей дожить до 90 лет. 5 октября ей исполняется 90 лет. Вот дожить осенью до 90 лет. Вот у меня такие планы. А сейчас я гуляю с ней, выгуливаю ее. Учиться и все. Ну что, не гулять ходить не будете, ничего, только учиться. Ну да, учеба. Я иду в отпуск в сентябре месяце, а куда поеду, еще не знаю. А так на даче и все. Спасибо. Всем благо. Вам тоже. Отдайте ребенку в садик, сидеть с младшим дома, все.